Выпускной с автоматом в руках. В этом году военно-патриотическая школа мужества выпустила 18 курсантов. Численность рекордная, практически полноценный взвод. Большинство выпускников уже выбрали для себя военную карьеру. Как говорит руководство учреждения, свидетельство об окончании военно-патриотической школы станет для этого хорошим подспорьем. То, что они сегодня закончили школу мужества, мы выдали свидетельство об окончании школы. Это, допустим, для поступления в военное учебное заведение они берут с собой характеристику со школы мужества, свидетельство прилагается. И, как правило, они становятся уже, кто поступил в военное училище, пошел служить в армии, они получают звание вперед. Кстати, среди выпускников школы мужества присутствуют не только юноши. В этом году диплом об окончании получили 5 курсанток.